В Ярославле завершилась смена военно-патриотического лагеря «Юнармеец». Она прошла на базе 38-й железнодорожной бригады. Сертификаты об окончании лагеря получили 65 ребят, и это не только юноши. Дарья Крот в этом убедилась. В отдельном девчачьем взводе самая маленькая Кристина Каменева. Она же самая главная. В свои 12 замком взвода. Заместитель командира взвода командует всем взводом. Строит, заводит в казарму, например, или в столовую. Как же ты командовала такая маленькая? Не знаю, научили. Все слушались тебя? Да. Девушек берут в армию, поэтому я тоже хочу. Со своим будущим юнармейцы определились, отлынивать от армии не собираются. Большинство идут по стопам родителей. Папа подполковник инженерной авиации, а мама действующий майор СИН. Тут как бы грех не служить в армии с такой семьей. Здесь ребят готовят к военной службе. За 10 дней лагеря они прошли курс строевой, физической и даже радиационно-химической подготовки. Успели примерить водолазные костюмы. Стрелять умеют даже самые маленькие. Во время смены с автоматами выезжали на полигон. Тренировались под контролем офицеров железнодорожных войск. Все проходят огневую подготовку, сдают на это экзамены. То есть и по факту допуска уже допускаются к выполнению упражнений из боевых автоматов. Всего в регионе больше 600 юнармейцев. Летний лагерь в Ярославле уже 15 лет принимает ребят со всего региона. Все это направлено на поднятие боевого духа, все направлено на воспитание молодого поколения, все направлено на то, чтобы у нас росло достойное поколение, которое готово в любой момент встать на защиту нашей Родины. Впереди еще две смены лагеря. Они пройдут на аэродроме Карачиха. Юнармейцам предстоят прыжки с парашютом. Дарья Крот, Михаил Орлов. Новости города.